Издалека долго не только течет Волга, но и решается вопрос реконструкции ее набережной в Чебоксарах. За два десятка лет она фактически не изменилась. Однако к следующему лету, судя по всему, должна преобразиться. Если при упоминании реконструкции Московской набережной в Чебоксарах вам представляются новые архитектурные объекты, спуски к воде, пирсы и прочее, то вы будете разочарованы. Как отметил директор управления ЖКХ и благоустройства, набережная – это берегоукрепляющее сооружение. И сильно развернуться здесь не получится. Поэтому изменения, которые планируются, это скорее благоустройство. Стоимость первого этапа – 136 миллионов рублей. В рамках исполнения контракта, значит, будет в рамках благоустройства будет выполнено устройство тротуара, 4,5 метра велодорожки, 2,5 метра дороги, 5,5 метров и такой технический проезд. И зеленые зоны будут, то есть зоны отдыха, спортивные зоны, в том числе и пляж. Также зоны, где будет там, ну, общепит располагаться. Это вот в целом, что будет в процессе реконструкции. Появится новое освещение, появится здесь ливневая канализация, будут новые очистные сооружения. Средства на реконструкцию город получил в рамках федеральной программы развития внутреннего и внешнего туризма. В общей сложности на первом этапе благоустроят чуть более 880 метров из 6 километров. В проекте, который разрабатывала казанская фирма, Московская набережная выглядит так. Что будет в реальности, покажет время. Сейчас же начали ремонтировать дорогу и очищать территорию от незаконных построек. Так, например, с насиженного места снимается ДСААФ. Многочисленных лодок вдоль берега тоже не будет. Зато на месте останется яхт-клуб. Как пояснили в управлении ЖКХ и благоустройства, территорию клуба в собственности. Результаты горожане должны увидеть уже к следующему лету. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.